На сцене. Посветлее сделайте нам, пожалуйста.
именно на этом фестивале, если... Луксор! Светлана Смирнова! И хотел поздравить наши участницы, которые, представляете, 4 дня с утра с 8 до 11 провели вот такие сложные мастер-классы, правда, как они выдержали и вчера, именно вчера, такой, могу сказать, грандиозный такой конкурс не было у нас на фестивале с
8 утра до 12 ночи. Здесь мы танцевальный конкурс проходил на уровне международный. То есть я могу сказать, что это действительно международный конкурс был. Согласны? Поблагодарить тоже я хотел, даже можно сказать, мой любимый и мой учитель, поверенный и по египетским манерам, мистер Дасан. Я это признаю. Спасибо тебе, Антон. Шукран. И наш великий золотой голос, который я называл золотой голос Египта, Хишам Хамди. Профессионал своей веры. Спасибо Хишаму тоже. Шукран лярак хавидышу. И Magic Drums, мои ученики, вы такие прекрасные, я смотрю уже 5 лет с нами выступают. Поверьте, это очень-очень большая, тяжелая работа, что вы так сидите. Вы поймите, что у нас музыка на Ближнем Востоке считается очень сложной в мире. Самая сложная музыка у нас – арабская, египетская музыка. И чтобы наши, это я имею в виду русские, я сам уже из Санкт-Петербурга считается. Чтобы наши, так они прекрасно играли, наша работа, соло, табла, плюс еще с оркестром, они просто молодцы, замечательные. И продолжаю дальше. Ирина Чеченко. Спасибо. Чеченко, спасибо. Ты так далеко стоишь? Тоже, да, первый раз на второй. Вообще очень плохо. Спасибо тоже огромное, что приехали. Жанна из Волгограда. Спасибо. Вообще, мне так вышло интересно, действительно, наши все видео и участники из разных, со всех городах России. Тоже интересно. Вот, кто у нас еще? Ну, еще раз я вас поздравляю, девушки. Спасибо тоже из Алтай. Вот из Алтай город приехали к нам специально, чтобы выступить. Представляете? Просто вас говорят, что там просто рай. Вот, и я давайте, хорошо, я такой болтун, не буду больше говорить. Я хотел, во-первых, сказать от оркестра Авазника желание. Желание наше оркестра Авазника. От педагоги, по-моему, уже вам говорили, да, на мастер-классе. Мы всегда желаем вам развития, хорошее творческое развитие. Стараемся для вас все делать и играть. Мы вас любим. Мы очень вас любим, потому что без вас бы нас не было здесь, правильно? Поэтому мы вас уважаем. Любим Россию. Мы за мир. Мы любим Белоруссию, Украину, Россию, Ближний Восток. Мы желаем мир, добра, что у нас было на Ближнем Востоке тоже, в Сирии, в Ливане, в Палестине, на Украине, чтобы наступил мир. Вот наше желание, добра. Спасибо. Хорошо. Я хотел пригласить самый главный наш. Моя любимая жена Марина Шахи. Давайте ее представим. Как говорится, мужчина – это голова, а жена – это шея. Это правильно. Без нее бы ничего не состоялся, я признаю. Подойди сюда, пожалуйста. Я знаю, что ты такая счастлива, эмоциональная, у меня жена очень эмоциональная, чтобы все получилось. Может быть, давай сначала мы тебя поздравляем, потому что, ну, так получилось, ежегодно у нас попадается, что фестиваль на ее день рождения. А представляете, что у нее день рождения завтра будет. Спасибо. Поздравляю тебя, Юрий, молодец, не знаю, что тебе сказать, потому что моя жена действительно, ты прекрасный человек, очень сильный. И ты очень много что сделала для меня, вот так поддержала, так меня подняла. Молодец, спасибо. Скажи мне, Юрий, что-нибудь. Здравствуйте. Я думаю, что хоть один раз в жизни меня не позовут на сцену. Попросила очень, слезно просила.
Слава Богу, день рождения у меня завтра. Заранее не поздравляют. Поздравь меня лучше с окончанием фестиваля. На самом деле, удивительный факт. Я скажу, что мы выдержали проведение фестиваля в такие проблемные, скажем, дни. Да? Прошлый фестиваль начинался 24 февраля. Это было очень тяжело. И что я скажу, что я горжусь нашим народом, что у нас люди... Зачем ты меня позвал? В общем, знаете, я была поражена. За один месяц мы собрали 50 городов людей, которые живут танцем, творчеством, стараются радоваться жизни, находить смысл жизни, несмотря ни на что. Спасибо. Я бы сказал, что эмоционально, да, как наши послушники. Конечно, в конце я хотел представить и поблагодарить Нур. Я не Нур. Нур, спасибо тебе. Конечно, можно 10 слов. Считайте. Сам, спасибо большое за, скажем, эту импровизацию. Мы сегодня импровизировали для вас. Это не так просто. Огромное спасибо Марине, всем артистам, музыкантам. Я хочу еще раз поблагодарить Вагдана Давасяна, потому что мы вместе приехали тогда на фестиваль. Мы знаем друг друга очень давно, Сусана, но как-то это было такое подвижничество. Спасибо всем. Очень рада была видеть всех, кого давно видел. Спасибо вам за теплый, горячий прием. Прям как в Огромное спасибо. И обязательно увидим вас в следующем году. Спасибо тоже наш оргкомитет, который тоже там выдержал. Молодцы. Ольга Мухаммедханова, Дандаша, Камиля. И кто у нас еще? Кого не прочистил? А то на следующий день будут комментарии. Все. Кто? Хорошо. Все понял. Я же говорю, что кто-то я забыл. Луксор! Вот Луксор! Я говорю, что... Спасибо, что меня помогли. Вы извините, пожалуйста, что иногда... Вы понимаете, иногда как бы забывают, да, наши артисты, почему... Да, вот, поэтому бывает такое. Во-первых, спасибо тебе, да, огромное, что ты принял, да, участие на наш концерт, как украшал наш концерт. Поймите, что с Луксором мы уже 20 лет дружим. Ну, тогда вообще смена началась. Вот. Я могу сказать, что вообще в основном, кто мы тут, здесь мы вообще-то друзья уже вместе. И работаем, дружим вас. Всем спасибо, всего доброго вам. Действительно, за хороший такой теплый прием, за хорошее настроение. Спасибо ливанскому, Джавад Хабиб, Анашаев, Чокран, Айву, все арабы, которые пришли, доктор Ахаммад, кто там сидит, я просто плохо вижу всем нашим диаспорам, кто пришел. И поддержал нас. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Всем до свидания. До следующих дней. Все доброго. Спасибо всем. До свидания. До свидания. Вот это все.